Да. Ничего не понимаю. Да. Алло. Ничего не интересно. Там стекло есть. Там стекло. Я еще раз говорю, что я не буду открывать больше. А на каком основании? Я нарушил что-то, что? Не нарушили. Нет. Проверяется, так там есть стекло. Проверяются документы и наличие. Если я говорю, что я ничего не перевожу. Ваши документы на товар. Нет, у меня ничего нет, пусто у меня. Вы только что сказали, что привозят стекло. Ничего не сказал. Там Виталика Рефериастра. Ты сказал, что я ничего не перевожу. Рефериастра как бус и гол. У меня пустой бус? Там стекло есть. Вы можете открывать? Нет, я не открываю. Вы не хотите? Нет. Почему? На каком основании? Я вам еще раз говорю, здесь пост ГАИ проверяется наличие документов у водителей, да? Да. И наличие груза. Все, протокол досмотра, я открываю бус. Что придет? Протокол досмотра, я открываю бус. Это что за камера у вас? Какая разница? Да? Какая разница? Разница камера. Большая. Камера. Да? Да. Камера. Закрой дверь. Да. Привет. Да, потихоньку. Я в Камрате уже. Будьте, пожалуйста, спешите. А? Да работаю я. Ладно, давай я занят пока, я на посту ГАИ. Давай. Что случилось? Сережа. Да. Выйдите, пожалуйста, с машины и откройте... Я вам сказал. Если вы не хотите понимать, что я сказал, то это ваш ГАИ. Понял, что вы сказали. Вообще у нас есть новый указ, что я вообще с машины не должен выходить. Не, ну я вас попросил. А зачем? А я не хочу. Чтобы вы открыли машину. А я вам сказал, что протокол досмотра я открою бус. Какой протокол? Досмотра машины. Статья 250 КОАП. Или вы не знаете, или вы не учите? Я не знаю. Не знаю, тогда вы извините. Еще раз говорю, откройте. Я не открою. Я еще раз говорю, я не открою его. Вы не откроете? Нет. Да? Мотив какой? Что вы не имеете права. Я не имею права. Нет, статья 250. Пойдемте, пожалуйста, я вам покажу свои обязанности, что я имею право, что нет. Нет, если вы хотите, покажите мне здесь. Я не выйду с машины. Принесите, покажите. Кодекс части сейчас гаишника он тебе принесет. Камера пойдет? Mm-hmm. Зачем? Просто там машина одного из них. Можно жать на паузу. Всего времени нет. У меня тоже есть. Есть? Да. Включи камеру. У меня тоже есть. Вы думаете, что у меня их нет? Обязанности водителя вы хотите почитать? Что, друзья? Обязанности водителя? Да. Пожалуйста. Почитайте для себя. Читайте. Я еще раз потребовал у вас и требую. Тут написано, что я... Так, обязанности водителя, их обязанности. Значит, что я должен иметь, да? Да. Да. И потребовать. И потребовать что? Да. Документы. Да. Какие? И все. Какие? Потому что на перевозимый груз. Ну тогда эти. А у меня нет, я пустой. А я откуда знаю, что вы не везете там что-то? Я вам еще раз говорю. Это ваши проблемы. Это ваши проблемы. Это не мои проблемы. Машины, еще нет, раз говорю. Это ваши проблемы. Это не мои проблемы. Кстати, протокол, что вы подозреваете меня в чем-то. Тогда я вам открою бус. Я не буду открывать его. Там почему? Пусто. Значит, если пусто, да. Откройте, пожалуйста, а зачем? Чтобы я убедился. Зачем? Что я убедился, что там нету никого. Так это ваши еще проблемы. Раз говорю, трупов, бандитов, нароет самое. Это ваши что? Проблемы. Я все вам дам, все выпишу, как и полагается. Откройте, пожалуйста. Не открою.
не открою. Я вам еще раз говорю, вы что, первый думаете меня такой, Сережа, что ли? Я не открою. Я нормально протокол. С вами общаюсь. Протокол досмотра. Какого протокола? Так, статья 250 КОАП. Нет! Вы хотите проверить мой бус? А я вам еще раз говорю, что есть... Да вот для вас операция. Для вас операция. А не для меня. Я вам сказал, что я пустой еду. Если вы не верите, ставьте протокол, я открою бус. А я потом буду его обжаловать в суде. Так обжалуйте, пожалуйста. Все, я не открою. Я не открою. Какая операция? Где? Покажите, у меня операция идет. Принесите, покажите. Что тебе принесите? Принесите, что идет операция. Покажите мне приказ, что идет операция. Какая операция? На каком основании операция? Каутаревый. Какая разница? А у тебя бандит там да стоит. Да тогда хоть 10 бандитов у меня будет. Хоть 10 их будет там у меня. Есть протокол досмотра, я открываю бус. Нет, не открываю. Хоть 10 бандитов. Протокол досмотра? Статья 250 КОАП. Знаете такую статью? Либо что, не проходите, что ли? Не проходим это. Ну, значит, надо проходить тогда. Протокол ему нужен. Конечно, протокол. А на что же он открывать бус? Может, это моя собственность, я не хочу, не открываю. Скажите потом, где-нибудь в другом месте. Сейчас не надо. Записывается? Да. Здрасте. Здрасте. Можете выйти из машины? Зачем? Я что-то нарушил? Я что-то нарушил? Сережа, я что-то нарушил конкретно. Сергей. Ну и что? Я... Что пост ГАИ? Какая разница? Пост ГАИ или просто не мобильный пост? В чем разница? Объясните мне. Разница большая. В чем? В том, что здесь... Я объяснял вам, что за операция идет? Я не понял. Что вы не поняли? А что такое каутари? Я что знаю, что это такое? Каутари. Ну хорошо. Розыск называется на русском. Хорошо. Да, протокол досмотра я открою. Посмотреть, что вы увидели. Протокол досмотра машины. Это моя собственность. Может, ключи от квартиры дать еще? Может, у меня в холодильнике дома лежит? Кто вам попросил это самое? А какая разница? Это моя машина. Я хочу открываю, хочу не открываю. Это моя, какая разница? Моя собственность. Разница большая. Это моя машина. Ваша. Моя. Паспорт, он не ваш. У меня есть доверенность. Разница есть в чем-то или нет? Я на ней еду. Это моя машина. Нет, я ее не открываю. Это равносильно тому, что я живу на квартире и должен вас пустить туда. Выключи тут аппарат, что это место. Почему? Пускай работает. Потому что в моей кабине все, что хочу, то и делаю. Пускай работает. Пускай работает, конечно. Мне просто интересно. Что интересно? Что вы мне предъявляете, что вы хотите от меня? Есть. Статья. 250 КОАП. Составьте протокол досмотра машины. Двух понятых. Я открою бус. Откуда я знаю? Может, вы специально хотите, чтобы я его открыл? Может, хотите что-то подсунуть туда? Может, что-то еще? Я не открываю, объясните, не открываю. Нет, там стекло есть, потому я сказал, там есть стекло. У меня это подозрение. Там есть стекло. Можно посмотреть, там есть окно, два окна сзади есть. Можно посмотреть через окно. Или что-то я не так сказал. Почему? Куда вы едете? Камрад. Камрад? А именно в какое место? Не знаю, что он везет. Может, там у него двойное днище. Может, там у него... А вы снизу посмотрите. Что? Снизу посмотрите. Я не провожу тебя смотреть. Тем более. Что тем более? Ну, если у меня двойное дно, так снизу посмотрите. Может, там сильно двойное дно. Сережа, дайте вам документы. Можно ехать? Да, конечно, свободно.